Там вообще работы нет. На улицах стреляют. У меня вон родители выкручиваются как могут. Заводы закрывают, зарплат по 6 месяцев нет. Все торгуют. Челночить тоже не умеем. Куда пойти работать, чтобы нормально жить? В театр? Так людям поесть не на что, купить не то, что в театр пойти. В ресторан? Там не нужны наши танцы, там вообще совершенно другое. Если бы Амгад не терроризировал меня этим своим договором, все было бы нормально. This is your contract. I love you. But Tarek, you are married and you have a son.